Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с Вестями Республики Омар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Организационные нюансы по проведению мероприятий, посвященных столетию Карачаево-Черкесии, стали ключевой темой состоявшегося в Черкесске заседания. По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в республиканской столице стартовала акция «Одна страна, общая культура». Спортсмен из Карачаево-Черкесии Ислам Шанов стал серебряным призером первенства России по греко-римской борьбе. Далее об этих и других темах подробнее. Рашид Тимрезов провел заседание рабочей группы по проведению мероприятий, посвященных столетию Карачаево-Черкесии. Руководитель республики подчеркнул, что помимо образовательной и культурной составляющей праздничных мероприятий, важный акцент делается на социально-экономическом развитии региона, открытии новых производств и улучшении инженерной инфраструктуры. И год столетия Карачаево-Черкесии, по словам Рашида Тимрезова, станет хорошим импульсом в решении задач по улучшению качества жизни людей. Члены правительства проинформировали Рашида Тимрезова о готовности ряда социальных и инфраструктурных объектов, которые будут открыты в этом году. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 миллионов рублей. Получить эту безвозмездную грантовую помощь смогут только предприятия, которые зарегистрированы на территории региона, более 2 лет имеют статус юридического лица, а их основной вид деятельности должен лежать в обрабатывающем производстве, за исключением предприятий по производству пищевых продуктов и напитков. Об этом расскажет заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий, и, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот, вот в оборотные средства на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. 26 мая в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 38-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии. На рассмотрение будут вынесены такие законопроекты, как об установлении в регионе размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на этот год, о выборах депутатов Народного собрания, о разграничении полномочий органов государственной власти республики в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории Карачаево-Черкесии, о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных. Карачаево-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСАЭФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить 5-дневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы, а именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки, а также правила радиационной, химической и биологической защиты. Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжей и профтехучилищ. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического, художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаево-Черкесии Рашидом Борисовичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаево-Черкесской республики 9-10
классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаево-Черкесской республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образования районов, муниципальных районов и городов Карачаево-Черкесской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Пришкольные лагеря «Черкесска» начнут работу с 10 июня, примут этим летом более 1700 школьников республиканского центра. Всего в городе будут организованы 15 оздоровительных площадок дневного пребывания. Их будут посещать учащиеся с 1 по 7 класс. За каждым отрядом из 25 детей будут закреплены воспитатели и его помощник из числа педагогов школ. Отдых детей будет организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства. Об этом рассказал министр культуры региона Зураб Агирбов. Будет включать в себя 4 специальности. Это работа со звуком, звукорежиссура, создание музыки. Это работа с фото и видео, то есть направление медиа, направление кино. Также у нас будет направление дизайна, где мы будем разрабатывать различные элементы прикладного дизайна, как, например, веб-дизайн или дизайн среды. И четвертое направление – это непосредственно создание электронной музыки. Мы буквально за несколько месяцев будем учить ребят, как современными инструментами уже создавать свои первые треки, записывать их и загружать в онлайн, чтобы они уже приносили деньги, так как сегодня монетизируется большинство артистов на земле. Важно это потому, что сейчас Российская Федерация, Министерство культуры поворачивает развитие творческих специальностей в практическую плоскость. То есть мы учимся, как, по примеру, западных или восточных стран, где шоу-бизнес, где технологии развиты очень сильно, и действительно артист, музыкант – это человек, который зарабатывает своим талантом, зарабатывает своим искусством. Мы сейчас идем по этому пути и учим детей с ранних лет. По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в Черкесске стартовала акция «Одна страна. Общая культура». Во Дворце культуры республиканской столицы и электронной библиотеки будут оборудованы площадки для сбора взрослой детской литературы на русском языке. Жители Карачаева-Черкесии смогут не просто передать книги, но и вписать пожелания, приветствия и слова поддержки. А партия обеспечит доставку книг в библиотеки ЛНР и ДНР, а также беженцам. Сейчас библиотеки и школы Донбасса испытывают дефицит русскоязычной литературы. Акция поможет вернуть им возможность жить, учиться и развиваться в русскоязычной среде. Республиканская детская библиотека имени Сергея Никулина 27 мая в 16 часов приглашает всех желающих стать участниками «Библионочи. Традиции народов Российской Федерации». В этом году мероприятие посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия России и столетию образования нашей республики. Об этом рассказала заместитель директора библиотеки Ольга Каргинова. Посетителей библиотеки в этот вечер ждет интересная разнообразная программа. Это будут традиционные для библиотеки познавательные мероприятия, а во-вторых, разнообразные мастер-классы заслуженного художника Карачаева-Черкесии, скульптора Аминат Алиевой, хореографа заслуженного артиста Алексея Багаева, студентов отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Даурова. Мастер-класс по робототехнике специалиста центра By Smart School. Дети смогут порисовать песком, мастер-класс песочное шоу. Нетрадиционная техника раскрашивания флага. Кроме того, смогут познакомиться с работами фотохудожника Андрея Николаевича Пинкина «Знакомьтесь, Карачаево-Черкесия». Для желающих запечатлеть себя на память в этот вечер будет оформлена фотозона. Мы ждем всех желающих с 4 часов по адресу Международная, 85.
29 мая в 19 часов в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится концерт «Мировые хиты» Камерного оркестра Государственной филармонии Карачаево-Черкесии. В нем примут участие приглашенные звезды, заслуженная артистка Карачаево-Черкесии Марьяна Алботова, Султан Батчаев и солистка Государственной филармонии Ставрополя Валерия Петина. О предстоящем событии рассказал дирижер камерного оркестра Марат Гидиев. Это повторный концерт. Первый концерт проводили 19 марта. Он прошел большим успехом. Был полный зал. Многим очень он понравился. И поэтому по многочисленным просьбам наших зрителей мы его повторяем. Мы повторяем его уже в амфитеатре. Поэтому мест, билетов будет еще больше. Те, кто в прошлый раз не успел купить билет, не успел посетить его, вы можете прийти. Будет очень интересное светозвуковое шоу. Мы будем играть саундтреки из всеми любимых фильмов, сериалов, таких как «Пираты Карибского моря», «Игра престолов». Приходите, уверяю вас, не пожалеете. Ведущий специалист, эксперт отдела содержания, развития и ремонта автомобильных дорог управления Карачаево-Черкесск-Автодор предстанет перед судом за халатность. Комментирует информацию старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфильева. Следствием установлено, что обвиняемый не предпринял надлежащих мер, предусмотренных его должностной инструкцией, в том числе по проведению текущих осмотров автодорог и выявлению дефектов, требующих устранения, в результате чего 5 июля 2021 года в ауле Каменномост Карачаевского района произошел обвал плиты моста через реку Кубань, и автомобиль под управлением местного жителя упал в воду. Водитель автомобиля скончался. В ходе следствия также установлено, что техническое состояние моста через реку Кубань на пересечении улицы Акбаева и переулка Мостовой на момент его обрушения являлась аварийной в связи с тем, что там образовался критический дефект на опоре правого берега, трещины в скальном основании и теле опоры. В настоящее время следователям допрошен ряд свидетелей, проведены сложные строительно-технические и другие судебные экспертизы, осмотр места происшествия, в том числе с участием специалистов в области мостового и дорожного строительства, а также иные следственные и процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. В настоящее время следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время многие субъекты России захватила очередная волна фейков, изрядно взбудораживших население. На этот раз через социальные сети активно передается новость о начинающейся вспышке холеры, о перепрофилировании инфекционных стационаров и усилении мониторинга со стороны Роспотребнадзора в этой связи. Комментирует информацию пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елена Покровская. В этой связи Управление Роспотребнадзора по КЧР подтверждает, что новости о распространении холеры являются фейком. Но разумная настороженность и готовность со стороны населения и медицинских организаций в это время все же необходима. Подчеркиваем, настороженность. Оснований для панического настроения нет и быть не может. Напоминаем, что с началом пандемии Роспотребнадзор активизировал работу над программой «Санитарный щит». Это целевая система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить самое важное – здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем, которых, увы, невозможно избежать. В первую очередь, это система подготовки к будущим эпидемиям и их профилактики. Очень важно не допустить новые инфекции в страну, остановить их на границе, свести к минимуму их проникновение на территории нашей страны, что очень актуально в отношении холеры, случаи заболеваний которой бывают в России эпизодические, очень редко и только при завозе из эпидемически неблагополучных стран. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Ислам Шанов стал серебряным призером первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, прошедшего в эти дни в Уфе. Другой наш спортсмен Амин Меримуков занял 5-е место и вошел в состав сборной команды России. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха +18, +23. В горах местами до +14.
В горах республики свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия». До новых встреч!